каждой возрастной группе всех детских садов пройдут новогодние утренники, и каждый малыш получит подарок из рук Деда Мороза. И в новогодних гостинцах у нас будут и конфеты, и фрукты, и кондитерка. Поэтому детишки у нас без сладостей не останутся. Это, конечно, не запрещено, но мы не придерживаемся этой возможности. Почему? Потому что есть разные родители. Кто-то может купить подарок, кто-то не может. И в таких случаях, чтобы ребенок не был обижен чем-то, так ведь мы стараемся, все-таки рекомендуем, чтобы родители своему ребенку сами дома купили и подарили.